Был рассмотрен и вопрос о создании Сочинского центра инноваций социальной сферы, на основе которого планируется открытие школы социального предпринимательства. Основными направлениями центра должны стать поддержка социального предпринимательства, повышение доступности социальных услуг, консультирование и юридическое сопровождение социальных бизнес-проектов. Мы сегодня пригласили экспертов российского уровня для того, чтобы на нашей сочинской площадке поговорить на предмет, как нам развивать самозанятость населения, чтобы обучать людей основам социального предпринимательства, чтобы в людях побуждать, стимулировать интерес к развитию самозанятости, к развитию локальных производств, пусть небольших, но очень эффективных, которые сегодня нужны городу. Это такие, как развитие частных детских садов, развитие групп досмотра и ухода, потому что у нас есть в городе с этим проблемы. В круглом столе приняли участие представители нескольких фондов, которые уже имеют опыт работы в этом направлении. Выпускники школ социального предпринимательства из других регионов уже открывают детские сады, строят жилье для выпускников детских домов, пансионаты для проживания пожилых людей, оказывают психологические развивающие услуги для детей.